жизни идет. Кто печален, дома не торопится в рай, не торопится в ад. День улыбки всегда в уголках его губ, взгляд беспечен, бывает он дерзок и груб иногда. Словно дьявол без луч, а порой хоть ничьи идет ни черта. Он художник от Бога, но тоненький луч вдохновения сгорает, как гаснет свеча. Он палитру замучил и свел полотно, и спасает его лишь вино. Иногда, иногда он в хмельном раю, на стене портрет. Видит он себя через 20 лет молодым лицом, только возмужал, пиджаке дыра, где душа права. А с утра начинается бой и открытая дверь, где ведет за собой дух создателя гнев, наливает глаза, обращенные в небеса, в небеса. Он упрямо творит нарисованный мир на полотнах своих. Он ищет ответ, но покоя в душе так и нет, так и нет. Он глотнет вина, припадет к холсту, кисть в его руке пишет красоту, зар строчит о лиц. И глубокий взгляд, юный блик в глазах, только он не рад. Пригласит, выпить с ней до дна и ласкает ее за руку.